Эти квесты не просто так называются CLK Weekly. Их нельзя сделать больше, чем раз в неделю. Так он сказал сзади, давайте смотреть. Что вот это такое мычит? Это у япончика. Япончик, выруби эту хуйню, как она заебала уже за весь рейд. Это вентилятор. Да это ему сообщение, наверное, приходит. Нет, это вентилятор, я вчера выяснял. Вчера поломать не было слышно просто. Че там в Челябинске жара? Ауди, Никитос. Я реловлюсь, подожди, старик. Чистим, чистим трэш. Основная масса здесь, бафы дали, погнали. Минуты РЧ сделаю, если АПК будут. Чего? Старый. Желтые обычные камни есть у тебя? У меня с собой нету. Старый, как есть. Пойдем? А, с дай профан я, или профан на следующее? Обмен геоки, дай. Кирс, я тебя не слышу. Я говорю, как хочешь пойти, с профом или профас синдроис? Не профана. У меня только один есть. Нет, просто типа, чтобы сопроты вам потом не перепивать. Я поэтому почему спрашиваю. Да хуй. Женька, поднимитесь.
Че, есть какой-нибудь обычный камень? Желтый. С ловушками какая-то пизда происходит. Они появляются и исчезают в разных местах. Чё? Ну, одно сделали квест, а другое сломали. Ну, это как бы... Это норма. Всё как всегда. Тотем от его природы поставьте? Поставь. Слушай, там впритык закупался или еще один будет? Ну, вообще впритык. Сколько просили, столько взял. Понял. О, ленточку. Самый важный лут. Да, еще можно расходить. Давно не пар. Как он прикольно горит. Так, это шантаж. Ленту на базу или сопрот не верну. ГП ему начистить. Как там Гена говорил, продам ленточку в рейде? Мне сам человек предложил. За косик можно купить. Мы убили вонючку. Сейчас... А, ну кому там ленточка нужна? Дайте. Это точно гоп. Просто горн. Че, нашелся кто-то? Вон Денчик спрашивает. Короче, к шаманам в тотемы будете тащить. Женек вправо встань. Рыбу поставил. Ничего себе. Че, за миллион? Ну ты нет. Не, мне алкашную фласочку подогнали. Я метки не могу поставить. Если сможешь, поставь. Или его... Зачем? Дэдбой был. Сейчас нормально все должно быть. Ну хочешь, ну давай поставим. Кого рыбу-то закрыли? Пеньку КП. Все. Ну погоди, тогда давай поближе. Один раз сносим. Больше не сносим. Ну, я имею в виду... До взрыва. Бафы 3 получаем, да, до взрыва. Один раз после взрыва не носим. И ринжу возьмите, пожалуйста. Я не сказал, зачем. Хантам, кулак, кулак дайте. Кулак, хантам, дайте. Все, готов. Геру не прожимайте. Так убьем.
1, 2, 3. Ну, вот, вот. Срик, стой, срик, тотема. Да хули вы там, блядь? Он бесите, не плюет до первых спор. Я понимаю, я встал в тотемах, и Локи стоите тут, я уже не стал вас материть. Сейчас объясню. Так адмирал любит делать, когда я тотемы ставлю. Подойдет в упор. Кто будет мешать шаману в метке, тот получит ГП. Разносим крайнюю. Нет, череп назад воткнись туда. В миле зоны. Блин, у демонов такая сферка маленькая. Можете не сносить. Кому говорили-то? Зачем бежите? Чё-то великий Васхелис заебался от пельмени и блювотина. Счет на тебя. А что выключил? И жужжом тоже. А он давно еще не вышел, да, босс? Жужжом, да. Да, он вылетел только сейчас. А, погоди, его босса успел убить? Та-да! Кис, бери, бери! Та зачем? Да я тебе говорю, бери! Я тебе говорю, ты потом брать. Короче, старик, смотри. Все равно жайны потом брать, не хочу. До первых спор он не кидает вот этот газ. То есть до первых спор можно уже остается стоять вместе. Гена, ты поиск, кстати, взял на это? Я думаю, что за хуйня, блядь, тут со совы нету, блядь, чтоб... Что такое DPC? Гена еще и тапки забрал. Ой. Не пояс, тапки. Верни пояс на родину, гад. А там точно я был по приору выше, старик? Ты нет, был, нет, потому нет, что нет, я не роль. Просто отдал тебе от того, что люблю тебя. Конечно, ты, блядь. А что, Локи не роль? Жечь эту проклятую сову. У Локи есть. Локи вообще, а, по-моему, весь нонсет был. Кого? У него 204 тапки. Я на боссе. А, тогда не знаю. Значит, другой держит. Послаг? Да, тебе. А, он ЗС хочет. Это да, меткость? Так, осколок. Чего тебе? Фанзера. На пол тебе Бруно. Старый. Лучше пояс бери, Локи, а эти тапки лучше было бы профитнее. Я уже камешек не ставил. Ничего не знаю, тапки топ. Тапки, ББ, я тебе говорю. Фанзера, чё с осколком забрал? Нет. Сейчас я тебе дам ответственного, погоди. Ты если их видишь, ты и сам можешь убить. Блин, вот. Понимаешь, просто типа, я не хочу полированные тапки менять, все равно их джайны брать в бисе. Я понимаю, что я могу сам отдать, я просто ее не вижу.
Ну. Плюс я хочу сегодня шею забрать, если она упадет. Забрал старый. Сколько осталось? Немного. Я не расслышал. РДД, у кого сопрот еще остался свой ши? На рейндж встаньте. Так, погоди, я ману попью. Сейчас быстро. Пей. Белоч, я себе этот подгонял тапки прям ровно, знаешь? У меня прям самые эти статы идеальные сейчас. Просто понимаешь, там два желтых. Два желтых. Блин, это идеально. Да, я понял. Ну блин, ради 5 СПД, ну. Не все равно. На шкаф все клинься. Крита из хросты больше, чем в тапках. Блять. А, Локи воткни. Что-то подвинулся случайно. Так, я готов. Здесь в начале, да, даем Геру? Да, это прям с полу. Альмур все пришел. Давай быстрее. Так, мимо бока, мне диспельте ни, нихуя тут. О, а че, мы в 24 идем, что ли? У нас, прикинь, ни шипы, ни этого, ни совы. Там че с ним писем? Пиздец. Че, все совы вымерли? Да я че? Mm-hmm. На пол. В первом рейде их до жопы. На пол в Брума. Херу. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка-вонючка! Липучка-вонючка! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Липучка-вонючка! Он мертвый, там что-то очень близко стало. Отличные новости, народ! Слизь! Да, нормально.
Добивайте быстрее. Бля, еще и жезл. Ребят, жезла не хватает, бля, до полной коллекции на самом деле. Иди отсюда, сова проклятая. Ген, забирай. Он все, он нахрен никому не нужен. Он падает, я не знаю сколько. Добейте следы. Товарищ, ты создать ее. Твой фьюшн сжалит, а что бы не забрать. Че, проба будем, нет? Идем квест, даем, потом проб. Не сдавайте квест, пока все не... Да, ребята, слезня убейте, вернулись все. Не подходите, никто квест не сдавайте, пока лут не разрулю. И вернулись и бьем слизня. Фанзера, град. Сейчас я лут разрулю, я дам тебе ответственность. Гиденчик бери, пока мы бьем. Все, идем, только не подходите, Зубов. Все, у кого есть квест, дальше меня не заходим. По-моему, засчитывается на всю ссылку. Ну, а сколько мы даем? Сколько даем за 389. Ну, второе, короче, значение. Понял. Гений, можешь и косарь 400 начислять. Сколько можно. А вот Лена, между прочим, у меня спиздила мой 284-й вант. Ну ладно, если нет. Так и ничего. Япончик красиво. Ананхолика можно забрать? Я буду дот, если не пить. Точно будешь? Нет, чего нет, Денчик. Так, я в растерянности. Кому дать-то нахуй? Фанзера, Клапон, Брун. По приору кто? По приору Тимбыч. Это... На офспек? Я просто тыкнул, отдавайте кому надо. Я офспек, если никому не надо. Вдруг когда-нибудь солом. На фанзер. Не, ну паладином. На совота шляпа. Бля, Тимбыч, я тебе не отдам. Там вместо крита хаст. На воспеке. А сави хаст не нужен. Блять, это Мишкино кольцо. Ну мне похуй. Не давай. Ну это Мишкино кольцо. Блять, ну смысле... сейчас. Это Энховское кольцо. Ну да, по сути, ЗС вот лучше. Че, кого ждем-то? Фанзера и старика ждем. Лут разберут, суманемы. Хватай, Фанзера, я присуманился. Сейчас ждем Фанзера. Смотрите еще раз. Протикло. Ты все взял? Все, да, забрал. Ну, град тебе, че. Спасибо. Следующий. Последний был, да? Да. Да. Все, девка. Кто следующий-то, я забыл. Да. Тебе прям очень сильно нужен жезл. Нет. Погону ничего не надо. Жайна же... Тоже критхаст? Да, там точно такой же, только статов чуть больше. Там, по-моему, на 4 что ли статов. Ну, типа, мне не критично. Вот Жайн уже, да. Вот, знаешь, вот тоже, вот Лена своим престом не ходила, а потом пришла и забрала у меня вас. Плюс 7к. А чё, Япончик? Не-не-не, ничего. Чё, Фанзера последний осколок забрал? Да. Так, можно мне пока кидать? Осколок.
Так, вы мне скажи, япончик, тебе с ГП пришло? Что-то у меня нет. Мне ГП ты дал, 389. Все. Глючит аддон или серф, я понятно. Протыкайте, там, это, Тимыч, бегай, тыкни. Чё это, куда? Ой, Артемия, ты бегай, тыкни. Блин, я тоже недоволен. Вот Сопроту перекину. Не роллила бы она. Давай с тобой поролим. Кто сейчас больше выролит, тому и осколочки будут. Трупик побежал. Мне кажется, что распределением осколков в гильдрейде занимается РЛ, а не... Это да, что-то погодите, я что-то не понял. А у кого вообще квест есть? О, Лёха. Вот у меня квест есть, у меня один осколок. Тихо, там Лёха появился. Определением осколков занимается ГМ Гильдия. Сейчас Лёха разрулит. У Фрэнсиса 17 штук. Я предлагаю Фрэнсису забирать. Он ФДК и бегает ФДК. Следующий сейчас Локер. А, да. Я думал, он в этом БДК. Я вроде бы доковил. У него два спека нормально собранных просто. Я просто помню, как в какой-то момент его видел в ДК. Я не помогил. Собираю. Локи там, Локи. Еще раз, Леха, кто собирает Локи? Ты не хочешь нам зайти на мазафакера? У нас ни совы, ни шипы. А. Я шипы, я могу спекнуться. Вон адмирал же просился, вроде как он может зайти, подэцешить. Это объяви перекур. На самом деле неплохая идея. Все равно этот квартал крайний. Есть у кого почта перенесла? Чуть-чуть крайний. Требую крови. В первую очередь собирать будут те осколки, кто постоянно появляется в рейдах. О, а что, я могу себе магов, да, начать шемку собирать? Быстрее кит соберет все осколки, чем, блядь, те люди, которые будут не часто в рейдах появляться. Там я как бы ни одного рейда не пропустил. Я полгода уже ни одного рейда не пропустил. Ты с кем тягаешься-то? Теперь я вообще сова, так что подвинули. Сколько ты находишься в гильдии по времени? Не, я вопрос не задаю, если Локи настолько долго, я, конечно, не брать их вообще. Локи находятся практически от начала образования гильдии. То есть уже 2 года. Везде уже провокация. Вообще-то так оно и есть. Пойду сам пасу, блядь. Схожу. Поехали в Майами мериться хуями. Ой, чё, я могу спекнуться в анахолика, да, и бегать анахоликом, тогда буду осколки брать. Ну, если ты себе мейн спек сменишь на анахолика, да. С основания второго статика, так полагаю. Сначала. А, нет, он бросал игру на время. А. Пусть мне написано 25.09.19. Наш же... Да. Вопрос своего персонажа Серебану, а Серебан, блядь, перекинул персонажа в другую гильдию. На время. Так, ебать, за боссов, да, сейчас, да. Что, мне надо анхоликом бегать, да, чтобы получать осколки? Ну смотри, а смысл тебе шемку делать, если ты ходишь в рейды? Блин, ну я и анхоликом бегал, у меня и тот, и тот. Бля, а мне-то какая разница, анхолик ты или фрост? Ты и так мили ДД. Чё, Гена, давай по роллу, кто первый из нас шемку собирать будет на твин? Я? В смысле я? А ну ролл кидай. А что там собирать? 3 недельки и сам? Там же 15, да, сколько? Потому что есть те, которые ходят мейнами и постоянно люди. Типа фреймон между нами имеет в виду.
Я ему ответил, то что между нами я буду первый. Ты Гена не будешь собирать. Он за РГЦ. Спасибо. Пошел в жопу. Банзара какой-то образовался. Леха, не хочешь зайти? Состав с самого начала ходил по рейдам. И слышишь, Леха? Ты зайти не хочешь? У нас слотик есть. Могу через 5 минут. Протопалом. Главный вопрос. Банзара все осколки с гильдии собирал? Нет. Половину только. Да, четверть даже. Он добирал. Мы убьем. 12 осколков я добрал. Карина, ты в чехе просидишь? Нет. Так половину или четверть? Ну, Нургалет посидит. 12 осколков, он сказал. На прошлом КД я танчила босса. Танчи босса будет в чушке. Ну и что в итоге? Это значит тогда 450 ГП за шеемку ему, верно? Да. 450? Ну смотри, я просто не знаю, сколько, как вы там разделяете, вроде бы 1800 в сумме, но... Полная цена 1800 за ШМ, половина это 900 будет, соответственно. Ага. Дальше, понятно. Типа то, что половину осколков только собирал с гильдией, да? Все упирается в количество осколков, которые ты собрал с гильдией. Че, Лёху-то подождем или че? Жестко, однако, загад. По идее, если собираешь осколки сам, да, без... мы быстрее. Это шинель, что ли? Мы убьем быстрее. Ну тогда погнали. Че так, дальше? Погоди, получается. Нурглет, на тебя сейчас я кинул СС, да? Не важно, 50 и 15. А Брун на боссе, Войд в чушку будет сидеть. Сопроты выпили, чек. Только проносите, чтобы я не кинул, не в момент. Проносите, Войд или Артемия, там будет у вас. На пол. В Бруну на пол. И кучнее встаньте, пожалуйста. Сейчас перебежим звезду. Ура. Напомните процентаж 85 же, да? Да. 83. Стопать, да, 8. Стопнули. Под зеленого встали. Переводи босс на позицию. Переводим. Босса переводим. Сука, зеленый. Хилы, если в красном стоите, ближе к зеленому, киливайте тех, кто в зеленом стоит. Больше по зеленому. Люхи полетят. Там же пельмени летят. Уже красный. Давайте добьем. Левок красного. Измедление где? Нету ярости. Там долго зеленый залился. Там 5 хилов было в зеленом. 2 демона. Эрдру ресурс заливает в чушку или нет? С
Все. Вот и 5 минут прошло. Лёхич, ты где? Тут люди ГП хотят. Пока то, что... Пока супер кривой пул какой-то. На чушке. Уже такое звание, утающий ГП. Да, скрытно. Надо уже прям сейчас водить. Локи накинь СС. Так, рыбу ставлю. А у Лёхи звание, дающий ГП. Лёха просто любит БДСМ снимать. Не, это просто кара. Да Вага там это, Лёха говорил, сейчас зайдёт. Уже 5 минут прошло, хуй знает, сейчас чухает. Прослушал. Просто... Слышь, Ген, тут Полина за твоим поясом пришла. Бля, я только сейчас вспомнил то, что я в ЗС не кидал ни разу чарку на пух. Ну все, ГП хули, тут даже говорить не о чем. У вас там люди через 9 минут дохнут. Значит, не будем ждать. За 9 минут убьем. Сейчас пуем напишу. Еще раз. Вон тоже значит... как вариант взять Полину, кого-то спекнуть ДД обратно. Два РДРУ здесь вполне себе неплохо. Я могу в ШП спекнуться. Нет, БЦ. Все по нужен. Блять, опять эту серьгу ебаную забыл юзать. Станьте кучнее, пожалуйста. Чума же прыгает. Восемьдесят шесть. Стопнули. Под зеленого встали. Босса переводим. Что-то я ничего не чувствую. Пельмени. Люхи отбежали быстро. Это еще откуда? Инерар, друиды, слейте их по хилам. Ну, отбегите под зелен... А, красный. Красный. Да. Варенье пельмени. Алло. Красный появляется. Неправильно, друг, ты вводишь красного. Через босса. Через босса его вводят. Но не наступая на колбы. Пельмени. Кладбон, япончика. Под зеленого встаньте. Иннерму сразу. Ребафа дайте по крестам. Зеленый появляется.
Пельмени. Пельмени. Красный появился. Красного. Вон, Вар, смотри, как Никитос делает на будущее. Пельмени. Ну, поделю, но устаньте. 100%. Стопните. На перефазу можешь водить. Пельмени. Босса переводим. Сука. Может получиться что-то любопытное. Че, Геру? Геру. Ману мне залить, у кого есть? Им надал. Пельмени. Все звезду сбежали. Четырех забираешь. Локи осколок упадет, я тебе ответственно отдам после лута. Убей. Пельмени. Отпрыгнули. Пельмени упали, сразу вернулись. Сразу вернулись. Ну конечно. Пельмени вернулись. Зуба дал по войду. Пельмени добивайте. Вот можешь же было с первого пола. Сука, сюда его, старый, просто, блядь, сразу нахуй. Ох, блядь. Фара доплатит сторонки. Кто-то кончил там. Сука. А может там Пухан заберет, не? Да-да-да-да. Бля. Будет пиздец. На этом все, или багровый зал начнем? Можем сходить на кровь. Да, нет. Давайте закроем багровый. Дает чек. Закрывается за 10 минут. Дает чек. Кому нужно уйти, нажимает нет. Пятерым нужно уйти. Что нет, это все. Так, слушай, что-то у меня... Ну, я могу заменить одного, то есть 4, что 21 тело не убьем Багрова. Мы и так в 24 идем. Уже ну, так, минус 5. Короче, хреновая идея. Так, а кто по приору то? Тимыч. По приору. Ну, я прошу прощения, я только домой пришел. Да, сейчас старик лут разролит, ебаночись. И ливнять.
Так, Тимбуч, сколько за поезд? 583. Ага. Нихуя, блядь. Сука.